Здорово, ребят. Вот такая история, значит, еду в Питере просто по дороге. Не ем пирожок. Вот, и едет очень красивая, замечательно, классная какая-то, женственная такая вся, ну, очень-очень клевая девушка. Ну, я попросил опустить окно, что-то начал с ней общаться в пробке. Она замужем, у нее там колечко. Вот, и к вопросу о том, что в прошлом видео в моем на ютубе я говорил, что, ну, там, мне не понравилась ситуация с женщинами, которые просто вешались на иностранных болельщиков. Но вот это как раз ситуация подтверждает, что в России есть реально клевые девушки. То есть мы что-то разболтались, ну, она замужем. Я ей пожелал счастья, и она просто достает такой пакетик бумажный с какими-то крутыми пирожками. Поверните налево. Вот, и угощает меня пирожком, хотя я, ну, конечно же, не просил. Ну, именно вот таким пирожком в данном случае. Не знаю, уж к счастью, Александр. Маршрут вот. Перестроен. И это очень приятно. Впереди, ребята, дорожные работы. Ну, общайтесь больше, потому что это же классно, когда вы едете с утра в пробке, видите красивую девушку, не знаю, там, это уже поднимает вам настроение. И у вас нет проблем что-то ей сказать там или познакомиться. И если она еще и угощает вас пирожком, вот, то это еще вдвойне классно, и это может зарядить вас с хорошим настроением на целый день. Вот. Поэтому, ребят, общайтесь, не знаю, будьте открытыми. Вы можете таким образом что-то и по работе себе какие-то связи намутить и так далее. То есть, ну, будьте открыты к миру. Вот. И для тех, кто еще не вписался в мой групповой тренинг, который стартует 9 августа в Москве, 9, 10, 11, 12, вся инфа под этим видео у меня на сайте. Вот. И вписывайтесь, ребят, там осталось буквально 2-3 места. Я лично буду с вами бегать в полях, это будет исключительно практический групповой тренинг. В общем, как-то так. Счастья вам!